Итак, давайте закончим небольшой перерыв и вперед по сайдам. Итак, начнем с квеста насчет наследника. Так, нам гостиницу. Наконец-то мы, можно сказать, узнали хоть чуть-чуть что-то. И сейчас узнаем подробнее. А то они уже несколько глав тут ищут. А вы, миссис Минесса? Оу, май. Да, это именно я, молодой человек. Я прошу прощения, но у меня нет времени играть с тобой. Подождите минутку, леди Минесса. А вы случаем не мастер на все руки тот самый? Да, он и есть. Я пришел к вам, как только увидел ваш запрос. Понятно. Я не ожидала, что мастер на все руки будет таким молодым. Я уверена, что тебе тяжело сейчас из-за только что произошедшего нападения. Но наша ситуация тоже очень срочная. Ты можешь позаботиться об этом прямо сейчас? Конечно. Конечно, я могу помочь. В чем проблема? Отлично. Упхинкус. Да, мадам. Точнее, мэм. Да, мэм. Позвольте мне объяснить. Мы занимаемся управлением активами на континенте. И нам нужно, чтобы вы нашли кое-что. Нашли? Недавно скончался всемирно известный миллионер. Он был один из наших клиентов. И его завещание было среди его вещей. В нем говорилось, что его огромное состояние должно быть передано определенному человеку. Кажется, ситуация действительно сложная. Именно. Особенно если учесть, что наследник вскоре после этого пропал. Ребят, классика. Мы проделали весь этот путь с континента, чтобы разыскать его. Если вы уже здесь довольно давно, то это означает, что совершенно верно. Кажется, он где-то здесь, на этом острове. Мы пытаемся его поймать, но, к сожалению, это нелегко. По этой причине мы и отправили запрос. Поймать. Мне кажется, что в такой маленькой деревушке было бы сложно не найти его. Это естественный вопрос. Но только при условии, что наследник человек. Так. Кто? Когда наш клиент был еще жив, он обожал одно существо. О, господи. Это хорошо известный маскот, талисман из парка аттракционов, который кричит «Мичичи!». Так будет правильнее. Мы же помним, как это на японском пишется и читается, и произносится. И именно это существо является наследником огромного состояния нашего клиента. Сэр Миши. О, господи, сэр Миши.
Ребят, эти Миши были не зря, причем в разных местах. Это один и тот же. Теперь, когда вы об этом заговорили, мне кажется, что я уже видел его в деревне. Правда? Мы так переживали за него из-за погоды и нападения, что случилось недавно. Но вы уверены, что животное является наследником? Мы понимаем, что это довольно причудливо. Но такова сила завещания. И это последняя просьба нашего клиента. Мы обязаны выполнить его любой ценой. Поскольку у вас есть свое собственное дело, я уверена, что вы меня понимаете. Понимаю. Хорошо. Я сделаю все возможное, чтобы найти его. Ну как чудесно. Спасибо. Я буду ждать хороших новостей, молодой человек. Предоставьте это мне. Полагаю, мне придется просто тщательно осмотреть деревню. Да, то есть они искали Миши все это время. Так, ну давайте поищем тоже. Его тут видели в начале игры, но его тут нету. Он может быть где угодно. Стоять. Мищищи. А, вот и он. То есть, получается, в этом мире это живое существо? Это местное животное? Ну ладно. И он ушел. Я должен поймать его. Кто-нибудь еще его видел? Так. А, нет, то же самое. Попробуем что, да? О! Кажется, что здания на острове в основном в хорошем состоянии. И пострадали только те, кто сопротивлялись. Думаю, он действительно пришел для того, чтобы забрать девочку. Я надеялась попросить эту прекрасную девушку стать моей моделью, да, для моей картины. Подожди, стоп, нет. Сейчас не время для этого. В следующий раз, когда я увижу этого мужчину черным, я выколю ему глаза. Оу. Миша? Это что такое? Никогда не видел ничего подобного. По крайней мере, я не думаю, что он направился к руинам башни. Значит, тут ничего. Стоять. А, здесь. Мищищи. Да лови ты его! Нет, только не снова. И куда он направился в этот раз? Мне нужно быстро его найти. Так, нельзя. О, можно.
Видел ли я только что странное существо? А, не стоп. Неужели я только что увидел странное существо, что направлялось в ту сторону? Разве там не находится твой дом, Найота? Понятно, он пошел в другой мир. Сначала попробуем все-таки туда. Я только что видела очаровательное животное, что прыгало наружу. У него был такой интересный крик. Интересно, что это было за существо? Да он был скорее странным, чем милым, я думаю. А кто-нибудь из вас видел, куда он направился? Мне кажется, он направился в сторону большого дерева. А, блин. Подождите, а разве там не... Только не говори мне, что он отправился на Терру. Нам нужно поспешить и найти его. Может быть, будет лучше использовать астролейв. Ребят, кто-то удивлен? Салар, да, и захватят мир. Ной, я хочу попробовать поискать существо по имени Миша, используя астролейб. Миша? Он звучит подозрительно. Ну, давай попробуем. Миша Саундс Фиши. Блин, по-английски это звучит, конечно. Так, ну, Найота, короче, объяснил все, что случилось. О, есть. А, кажется, в Лаворге скрывается что-то странное. Похоже, что Миша довольно редкое явление на Терре тоже. Посмотрим. Как мне разыскать этого Миши? Судя по всему, он довольно робкий. И он очень быстрый, так что я уверен, что он сможет убежать от монстров. Тем не менее, континент довольно опасный. Так что нам нужно что-то с этим сделать. Да, я не думаю, что это получится в климате с большим количеством лавы или воды, или в пустыне. Нам нужно отрегулировать климат так, чтобы сделать его более комфортным для Миши. Давай кое-что попробуем. Или давай попробуем всякое. Так, есть что-нибудь? Да, есть. Ну, нам как раз вот зима и нужна. Семидесятый левел. Зима. Миша? О, вот он. Это... Мишище? О, нет. Он пошел вглубь. Быстрее, мы должны догнать его. Я почему-то думал, что лед против них не будет особо работать.
почему музыка мне напоминает Crazy Score, понятно. Я вообще Final Fantasy 7. Чего-нибудь это нам понадобится. Твою жопу. Подождать немного, чтобы зарядилось. Благодаря турбомоду это происходит быстро. А без него, конечно, было бы не так весело. Так, куда нас не пускают? Привет, Астер. Мы идем к секретке, очевидно. А, там растение. Хорошо, что обратно будет легко вернуться. Этот загрузился. У нас тут сейчас более серьезный враг. Наверное, поедим.
Наюта будет теперь пятым колесом к телеге. Кстати, да, можно и так сказать. Так, все, зарядилось. Чего? Ладно. Слишком быстро не видно. Подождем, пока загрузится. Ну и раз тут, тут скорее всего оба вместе объединяются. Погнали. А в чем была проблема в первый раз? В том, что я прыгнул не туда, куда нужно. И слоу-моу как бы сильно не помогло защититься. Так, а где этот Миша? Куда он убежал? А, кстати, 63 уровень. Серьезно? А если я решил бы забить на сундук? Не может быть. Не могу поверить, что ты прятался там. Я просто рад, что ты цел и невредим. Мичихи. Я не знаю, понимаешь ли ты то, что я говорю, но... Я не пытаюсь тебе навредить.
Миссис Минесса и... Афикус. Афикус. Тоже ждет тебя. Как насчет того, чтобы пойти со мной? Что скажешь? Мищище? Так, сейчас посмотрим. Возможно, я смогу понять, что он пытается сказать. Мищище? Мищище. Я уже бывал на острове Ремнант с хозяином для осмотра достопримечательностей. Ему действительно очень понравился этот остров. Поэтому я захотел приехать сюда, потому что мне казалось, что память о хозяине находится здесь. Понятно. Он говорит довольно ясно. В таком случае, почему ты убегал от миссис Минесса и о Фикусе? Мищище. Если они меня найдут, то сразу же отвезут обратно в особняк. Я хочу остаться здесь как можно дольше, чтобы насладиться воспоминаниями, который я создал вместе с хозяином. Думаю, я понял. Но все же. Миссис Минесса и Офикус беспокоятся о тебе. Они очень усердно трудятся, чтобы исполнить желание твоего хозяина. Я не думаю, что тебе стоит так сильно заставлять их беспокоиться. Мищище. Возможно, ты прав. Думаю, мне пора забыть о своем одиночестве. Или преодолеть свое одиночество. Что? Он прыгнул в карман? Ладно. Мищище. Я останусь в твоем кармане. Можешь отвезти меня к ним? Конечно. Ладно, давай вернемся обратно. Ладно. Это было забавно. О, неужели это сэр Миша? Да, мне удалось его найти. Ну давай вперед, Миша. Боже мой, тебе удалось разыскать его и уберечь. Итак, а почему ты так вдруг исчез, Миша? Твой хозяин был бы очень сильно обеспокоен. Я думаю, у него тоже были свои соображения на этот счет. Он хотел уделить время воспоминаниям, которые он создал по своим хозяинам. Это он тебе так сказал? Нет, это просто чувство, которое у меня появилось. Какая интересная мысль. В любом случае, ты сильно нам помог. Теперь мы наконец-то сможем разобраться с наследством. Большое спасибо за помощь. Пожалуйста, прими этот небольшой знак моей признательности. Спасибо. Возможно, мы не сможем вернуть его обратно в особняк при таких обстоятельствах. Но мы все равно будем очень хорошо заботиться о сэре Мише. Ты тоже должен сделать все, что
должен. Да, я постараюсь изо всех сил. Мишище. Ребята, представьте теперь, если бы Тио увидела его. Так она же с ума сошла. Потому что это не просто Миша, это живой Миша, настоящий местное животное. Так. Салар, ну, об этом мы, к сожалению, ничего не знаем. А, это оно. Она изо всех сил пытается нам что-то сказать. Неужели это Ной? Да, похоже, на этом континенте обитает страшный монстр. Духи действительно в беде. Им не помешает наша помощь. Хорошо, тогда мастер на все руки возьмется за этот запрос. Ты можешь сказать мне, где этот монстр? А, не зимой, хорошо. По всей видимости, он появляется летом у Аских ворот в центральной части Лавор. Дух говорит не спешить и действовать с осторожностью. Хорошо. Когда мы его найдем, мы разберемся с ним. А потом вернемся и доложим тебе. Что? Очень опасный враг нас ждет. Нам нужно быть осторожными, Наюта. Кстати, это четвертый последний, ребят. Потом мы сможем скрафтить оружие. Спасибо, обязательно. Ладно, давай сменим сезон на лето и отправимся в путь. Так, а у нее? Наюта, Ной, я хочу попросить вас об одолжении. Это как-то связано с духами. Что случилось с ними? Кажется, некоторые из них пропали. Да, у меня проблемы с этим. Я прошу прощения, что беспокою вас таким образом, но не могли бы вы помочь мне? Конечно. Конечно. Пожалуйста, скажи нам. Что мы можем сделать? Спасибо, Наюта. Тогда позвольте мне объяснить ситуацию. Духи, что отвечали за управление храмом, исчезли. Что? Что ты имеешь в виду? Только не говори мне, что Зекст. Я так не думаю. Из всех моих духов, что пропали. Они были наиболее искусны в управлении храмом. Вот почему я всегда говорю им, в случае чрезвычайной ситуации, им нужно быть в безопасном месте. Когда на это место напали, я уверен, что они спрятались.
Но я действительно не вижу ни малейшего признака их присутствия. У меня сейчас нету полных сил. Так что без их помощи я не смогу контролировать звездную энергию. Понятно. Но я не могу поверить, что ты даже их не чувствуешь. Не имею. Куда они могли деться? Хотела бы я знать. Если бы они были на континенте, я бы наверняка смогла бы их почувствовать. Даже если ты не знаешь, где они находятся, то, возможно, они на другом континенте. Возможно. Да, было бы разумно так думать. Ну, как правило, духи просто так не уходят в другие места. Но давай поищем их. Хорошо. Тогда давайте попробуем. Нет, тогда давай попробуем поискать на 3 других континента. Серьезно. Тогда, я думаю, было бы разумно обратиться к каждому администратору. Они должны быть в состоянии почувствовать на своем континенте их так же, как и я. Хорошая идея. Тогда мы посетим каждого из администраторов. Я уверена, что если мы будем работать вместе, то сможем их найти. Совершенно верно. Спасибо вам обоим. Простите, я не могу покинуть это место. Всего пропало 3 духа. Пожалуйста, найдите их от моего имени. Предоставь это нам. Мы вернемся с духами. Быстро. Мгновение ока. Окей, понятно. Ой, не туда. Ну, Эрастов, а чё? В чём проблема? Что ты там такого заметил? О, она миленькая, мне нравится. Ты хочешь о чем-то поговорить со мной? Да, у меня вопрос. Наюта рассказал Джио о ситуации и спросил, знает ли он, где находятся духи Немея. Духи Немея? Так, позволь мне попытаться их найти. Спасибо, Джио. Похоже, что один из них все-таки здесь. Слава богу. Мы сможем спасти его раньше, чем думали. К сожалению, он только один там. Но это не менее впечатляющее с моей стороны. Я ощутил его присутствие в среднезападном лесу Алтопеи, известному как Священный Путь. Мне кажется, он дезориентирован, поэтому лучше отправиться туда, в обычный для континента сезон. Хорошо. Тогда мы установим летний сезон и поищем.
Спасибо большое за помощь, Джио. Да, конечно. Передайте привет Немие. Погнали. Так, ну враги тут ни о чем, само собой. Ну, кстати, я тут всех стал уже нашел. Можем это исправить. Да, можно. Ой. Причем мы не просто ездим в виде колеса, мы еще врагов сбиваем. Очень полезно. У нас был первый. Прикольно, они его тут спрятали, да? Е-е-е-е. Безумный Наюта! Ярость мой! Иду. О, нашли. А ты дух, что обитает у Немии? Похоже, что она застряла в грязи. Довольно редко, чтобы духи застревали. Должно быть, она торопилась. Так, в любом случае, секунду, подожди. Сейчас я спасу тебя. Мне кажется, она говорит спасибо. Я покажу тебе дорогу домой, так что больше не теряйся, хорошо? Не имея беспокоиться о тебе, знаешь ли. Так. Ну и рассказал духу, как вернуться обратно в Лаворк. Отлично. Ну что ж, похоже, нам удалось благополучно спасти духа. Да, но мы все еще не нашли всех трех пропавших духов. Пойдем найдем остальных Наюта. Да, пойдем проверим другие континенты.
вон он. Так, ну это для музея. Времени не уложили. Так, идем дальше. Следующий континент. Ай, блин. Не в ту дырку зашли. Она тоже няшная. А, это вы двое. Вам что-то нужно? Вообще-то нам нужна помощь. Ну, это все объяснил. Духи пропали. Это обеспокаивает. Конечно, если я могу что-то сделать, я буду рада помочь. Спасибо. Я хочу, чтобы ты обыскала весь континент в поисках духов, используя свои силы. Так, посмотрим. От них должно исходить совершенно другое ощущение, в отличие от наших духов, так что... Ага. Я определенно чувствую духа Немея. Думаю, один из них находится на этом континенте. Такое облегчение. А ты знаешь где? В центрально-восточном Ризвельде. Она находится в месте под названием Гармоничная пещера. Кажется, она там сильно запуталась, так что вам стоит поторопиться, как только вы установите изначальный сезон. Хорошо. Ну, тогда мы поищем ее зимой. Так, спасибо большое за помощь. Всегда пожалуйста, удачи. Я не знаю, куда я иду, но куда-то я иду. Так. Привет.
Где? А, вот она. А, вот я, она. Ты дух не мини, верно? Ты в порядке? Ты, кажется, спешишь. По сути, она говорит, что заблудилась, потому что пещера слишком большая. Духи, как правило, не покидают свой континент. Так что в этом нет ничего удивительного. Понятно. Но как она вообще оказалась здесь? В любом случае, я покажу тебе путь обратно, так что иди прямо домой, хорошо? Не меня ждет тебя в храме Лаворг. Так, сказала путь. Кажется, нам удалось ее благополучно вытащить. Да, но мы все еще не нашли всех пропавших духов. Давай продолжим поиски. Хорошо, тогда на другие континенты. Да. Все, последний. Вам что-то нужно от меня? Вообще-то нам нужна помощь. Все объяснили? Понятно. Это должно быть довольно тревожное для Немии. Хорошо. Я помогу. Спасибо, Аргол. Ты чувствуешь какого-нибудь духа на этом континенте? Да, пожалуйста, подождите момент. О! Да. Должно быть, это то, что мы ищем. Я чувствую присутствие духа Немии. Похоже, она все-таки находится на этом континенте. А ты знаешь где? Я чувствую ее в долине ветров на юго-западе Айнмейла. Попробуйте вернуть сезон на исходный и отправиться туда. Хорошо, тогда мы поищем осенью. Спасибо, Аргол. Конечно. А теперь помогите этому испуганному духу как можно скорее. Не, ну прикольно, я думаю, вы заметили эти шестеренки снизу. Под всем континентом. Что-то тут нечисто. Очевидно. Не ломается. Или тут кристалл.
И... Прикольный навык, конечно, телефон. А вот и она. А, вот и она. Это дух Немии, верно? Все в порядке? Ну, что она говорит? Похоже, у нее проблемы с высотой. Она пытается подняться выше, но... А, она пыталась подняться выше, но испугалась. Понятно. Похоже, духов всяких разных бывает. Но почему она вообще поднялась на возвышенность? Пыталась ли она чего-то добиться? Я покажу тебе путь, который не будет страшным. Так что тебе лучше отправиться домой. Немия беспокоится с тех пор, как вы пропали. Так, ну, объяснила путь. Ну что ж. Похоже, нам удалось ее благополучно спасти. Да. Давай доложим Немии. Да. Там была фраза про то, что мы всех нашли. О, это то, кстати, о чем как раз таки просила Саша. Да. Оно живое. О, 1000 врагов ортами завалили. Че, опять прыгать? Там надо не упасть больше 3 раз. Отлично. Так. И возвращаемся. Это... С возвращением всем. Кажется, никто не ранен. Какое облегчение. Похоже, все вернулись обратно. Найти их было довольно хлопотно. Наюта, Ной. Вы снова помогли мне. Теперь я тоже смогу выполнить свою роль администратора. Но мне нужно знать еще одну вещь. Что вы имеете в виду? Я рада, что вы вернулись целыми и невредимыми. Но я должен спросить. Почему вы оставили свою работу в храме и отправились на другой континент? Мало того, что вы заставили меня бесконечно беспокоиться, волноваться,
Так вы еще и создали проблем для них двоих. Ой, кого-то отчитывают, ребят. Это прямо как учительница ее ученицы. Кажется, им есть что сказать. А, вы... Понятно. Что они сказали? Ну, по их словам... Они пошли просить помощи у других администраторов, когда меня поймали в клетку. Они думали, что если администратор попытается проникнуть сюда извне, то сможет уничтожить ее клетку. Ой, когда вы стали такими внимательными? Ну, в конце концов, это же твои духи. Каков хозяин, таковы и духи, верно? И похоже, что все они очень трудолюбивые. Тогда я неправильно поняла ситуацию. Я несу ответственность за то, что не учу вас тому, что вам следует знать. Так что, пожалуйста, слушайте внимательно. Тот факт, что вы обрели мудрость, не означает, что вы можете использовать ее, не задумываясь. Если бы вы оставили мое спасение на потом и вернулись бы в храм, то вы бы гораздо быстрее обрели контроль над своей силой. Одно дело иметь мудрость, другое дело обдумать все до конца. Пожалуйста, помните об этом. Но я ценю то, что вы думали обо мне. Спасибо всем. Ну что ж, полагаю, с этим разобрались. Да, я рада. Большое спасибо, Ной, Наюта. Пожалуйста, используйте эту силу. Отлично. Это трудный арт, но он может пригодиться вам в битве в Илеоград. Спасибо. Мы используем ее по назначению. Ну что ж, а теперь мы начнем брать под контроль звездную энергию тут. Вам двоим следует отправиться в Илеоград. Пожалуйста, будьте осторожны. Будем. Ну все, остался последний квест. Да, это было летом. Не будем рисковать. Эти ребята обычно очень мощные, и нас прямо предупреждали в этот раз. Ох, ничего себе музыка. Нормально так.
Такое чувство, что нам нужно прыгать сюда. Ну да. Прикольный уровень. И он только в New Game Plus. А, вот и он. Ой, нет. Только не так опять. Этот монстр. Это тот самый из запроса духа. Давай будем на чеку и завалим его. Оу-оу-оу. Ну, да. Ладно. Прекрасно. Угу. Нужно найти еще его слабое место. Но я не могу ничего сделать, так как он застрял там и сидит там. Ну, блеск. Понятно, нужно по жопе бить. Отлично. Там как раз видно. Твою. Ну, благодаря этим щитам проблем особо не будет. Но он РКМ, так именно туда. Я тоже думал по жопе сначала, но в итоге видишь именно в сторону колес. Блин, это что, новая атака?
Ну, такое себе. Лучше это для щитов оставлю. О! О, господи. Яга Панзер. Ну и имя у него. Все, мы получили последний кусок зимурской руды. Поздравляю. О, нам удалось его победить как-то. Слушайте, по итогу самый первый был самый сложный. И жесткий. Остальные, да. Причем мы их всех на минимальной сложности проходили. Похоже, этот монстр появился из-за аномалии. Ну, должно быть, так оно и есть. Но победа, как мы надеемся, должна вернуть мир в этом регионе. Давай, Наюты. Пошли и доложим обо всем духу. Да? Ну, мы, да, тогда просто были не готовы. Я как-то не ожидал, что тут у нас будет такая жопа. Сразу эти монстры будут нас просто выносить с двух ударов. Она кажется довольно счастливой. Должно быть, она почувствовала, что монстр исчез. Она говорит спасибо. Любовь. Спасибо. Удовольствием приму это. Тогда мы пойдем. Ну, удачи вам в работе. Можешь обратиться к нам, если понадобится снова помощь. Или возникнет проблема. Ой, стоп, не туда. Ну да, все духи отдавали нам что-то подобное. 5963. Наконец-то. А, Наюта, ты действительно взял и нашел 4 фрагмента руды Зимурия. Или Зимурской руды. Откуда ты достал так много? Ладно, думаю, это не важно. Если ты дашь это мне, я смогу сделать оружие. Тогда так и поступлю. Мне действительно интересно, какое оружие можно сделать из такой легендарной руды. Тогда я возьму зимурскую руду. Так, мне понадобится минутка. Отойди. Быстро как-то. И готово. Метеор Бастер. Или разрушитель метеоров. Спасибо, дядя Колумба. Ну, кстати, вы выглядите довольно бледно. Вы в порядке? Не беспокойся об этом. У меня просто такое чувство, что я создал нечто безумное. Я не думаю, что мне захочется ковать что-либо в ближайшее время еще. Это все.
Это оружие выглядит довольно круто. Потрясающе. Спасибо, дядя. Я использую ее по назначению. Нормально. Ну да, это самый мощный меч в игре. Как он выглядит? What the? Неплохо. Овенто цукуру? Так, сестренка нам пожрать. Декимашта. Надо еще к Саше зайти. Эй, Наюта. А это у тебя... Кокон? Да. Тебе это нужно, Саша? Передали? Конечно, спасибо, Наюта. А с этим я смогу сделать новые наряды для своих кукол. Ты принес это мне только потому, что сам хотел посмотреть на мою новую одежду для кукол, да? Хе-хе, спасибо. Просто пока что... Просто пока что осмотрись в магазине, пока я буду делать самую красивую одежду, которую ты когда-либо видел. Саша, ты можешь, пожалуйста, никому об этом не рассказывать? Не рассказывать. Конечно. А я могу ей доверять? Нет. Отлично. Ну, короче, нам нужно новое. Для того, чтобы еще больше ассортимент повысить. Спасибо. Опа. О, господи. Серьезно, и мы можем это одеть? Ладно. Этот браслетик. Бери все. Само собой я беру все. Всегда. Так. Резист к отравлению. А тут, о, дамаг убирает от падения. Вообще отлично. Вот такая, ребята, у нас ной теперь. Ну, Салар, я тоже думал, что это рабские ошейники, но нет, это просто браслеты. Такие. С таким необычным стилем. О, кость для песика. Так, идем к наставнику за новым навыком. О, у нас хп ровно 1000. Неплохо.
Ладно, оружие у нас получилось дичевое. Так, вижу, ты прошел через много испытаний. Ладно, тут слова повторяются. Можно скипнуть по-быстрому. Опа. Заряд артов был обновлен. Оу, вот это полезная вещь. Теперь арты, то есть магия наша, искусство у Ной восстанавливается быстрее, когда Наюта атакует. Спасибо, дед. Ну, по сути, все. Так, сколько у нас время? Ну, сюжет я предлагаю уже завтра продолжать. Сейчас погнали, просто пофармим пару звездочек. Так, вот тут, например. Так, без дамага больше. Без дамага 10 раз. То есть не принимать дамаг больше 10 раз. И все, погнали. Ой. Как бы сейчас в целом проблем особых нет нести. Твою. Как страшно. И новую силу получили. Циклон. Ну, спасибо. Только она нам уже не нужна, она слишком слабая. Yep, yep, eh? Hold it! Hey!
Таскать ее нельзя. Допрыгнуть. А, стоп, я же могу еще. Есть. Хорошо спрятали последний кристалл. Отлично, можем новый навык пойти посмотреть. Так, тут у нас одной нету, а это типа пройти за 3 минуты. Фидра. Блин, не в ту сторону. Ну, должна выйти в августе. К концу вроде. Так, ну все. Так. Так. Тут еще боссик, минута, ладно. Для минут 30 придется второй забег делать. Сала, да он такой же, как вот эти двое, которые есть. Просто другой элемент. А, вот он. Кстати, а сила у него 500. Ничего себе, это первый уровень. Так, срочно качаем. На руками перенесли наконец ноября. Ну ладно. Ничего себе. Короче, понятно. Оно засасывает еще врагов. Не, ну у этого меча, конечно, дамаг такого. Финального босса будем бить нормально. Ой. Да.
почему. Навыки еще не зарядились. Ну ладно, подождем чуть-чуть. На руками, понятно, прикольно. Ну раз он будет больше, эта книжка по Ниру, лучше подождем еще немного, зато она будет больше. Потому что там контента в Reincarnation еще кучу всего не сделали. Из запланированного. Так, нужен, ребят, двойной турбомод. Еще быстрее все. Есть второй. Разговоров-то было. Я что-то ожидал, что попроще будет. Не, ну этот меч решает, решает. Если бы и без него был бы пожестче. Хотя мы и тоже тут перекачаны немного на 64-й. Вот он настоящий. Ну, тоже такое. Пин-бомб. Отлично. Это все новые навыки. 180. Такое себе, наверное. Wait, Нова нам нужна не для дамага. А тут, кстати, уже второй уровень, 625, отлично. Давай!
Твою жопу. Попались. Заморозка, конечно, мастер. Да, блин. У меня такое чувство, что не нужно было это, наверное, нажимать, да? Да, блин. Сатаны. Там они, конечно, еще засели отлично. Нет, все равно не допрыгаем. Потому что слишком далеко. Хотя вот так может сработать. Растов, туда нельзя. Только с этой стороны, ну, тут типа. И магия Ной не работает. Я взял это говно. Минута и 30 секунд. Смешно.
Ладно, босса завалили и все. Тут тоже кто-то есть. Какой же тут клевый ост. Ух, какие враги. А вот таких врагов я не видел в первом, ну, в обычном прохождении. Это, походу, реально только для New Game Plus. Руками. Ты тоже их не видел на обычной, значит. Отлично. То есть смотрите, по сути получается, что два сезона на каждой, на каждом континенте существуют только в New Game Plus. На обычном прохождении ты не можешь их разблокировать. Бред. Бред. Да, бля. Ну, Солар один точно разблокируется через машину. Ну а второй, вот этот как раз таки те самые. А, все-таки один? Окей, ладно. Тогда один. Но все равно бред. О, отлично пошло. Сфера Солара побеждена.
Корона лазер. О, Салар, мы вообще-то победили. Твои сферы. Так. Неплохо. Жаль, что на предметы это не работает. Превосходно. Да. И опять где-то сундук просрал. Ну, где же он? Хотя ладно, тут все равно ничего значительного не дает. Тут меч. Тоже меч. Там может быть что-то интересное. Привет, Виктория. О, тоже прикольный уровень. Ой. Давай. Не, ну этот меч, конечно, хорош. Не зря мы его все-таки крафтили. Хотя все равно называть его мечом. Дубина. Так, какой черт? Так, это какой? А, это первый. А, блин. Клёвый вот он, клёвый, клёвый. Yeah.
Стоп, секунду. А, нет, казалось, там что-то есть. Так, 29 из 40 мы собрали. Ну, я бы не отказался от такого дождя сейчас в реальности. Так. Опа. Походу там сверху как бы. Какого? Еще один прикольный момент в уровне. Вот как добираться нужно. О! Ребят, кому новые нарядики для Ной? Мы все выполнили, да? Надо навыки использовать, чтобы Кстати, похоже, новые уровни плюшек откроются только на New Game Plus. Еще один. Блин, зря я патрикал так раз. Навыками у наставника. А, стоп, тут был где-то боссик еще. Серьезно? Ну, ладно. Хотя нет, не ладно. Надо забрать силу. Где он был вообще? Здесь куда-то можно пойти.
что-то никого нигде не видно. Это битва, окей. Походу он все-таки в другом сезоне. Ну ладно. Все равно уже пора заканчивать. Погнали к наставнику за навыками. Здорово. Да-да, потом за нарядами длиной. О, маска. Ладно, это спасибо. Говорят, что она обладает силой экзорцизма. Я уверен, что ты найдешь это полезно. Удовольствием используя. Так, новая техника. Так, мы получили знания о двуручных клинках 1. А, до 5 раз теперь комбо. Слушайте, ничего себе. А всего их будет 3. Неплохо. Вот. Так. О. Ты принес мне еще кокон. Ты можешь дать его мне? Я бы с удовольствием сделала новые наряды. Конечно. Все равно он мне больше не нужен. Спасибо. Я начну прямо сейчас. Он будет доступен в магазине, так что посмотри, если хочешь. Ой-ой-ой. Аригатоу гозаимасу. Купальник. Да не лифчик, скорее. И все. Мата ките не. А, о, этот вообще хорош кошачий хвостик. Как бы предотвращает урон от падений и значительно снижает урон от ловушек. Инта 150. Ну, очевидно, что надо брать. Как бы инту неплохо так дают. И все. То есть наряды тут вот два отсутствуют. Один из них где-то в сундуке валяется.
последний ТЗ. Тут тоже два. Ну все, ребят, тут мы остановимся, и продолжение следует. Завтра сюжет.